Вы смотрите канал Китай Покупай. Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите мою новую подборку из 15 суперовых товаров с AliExpress. Все ссылки будут в описании под видео. Если данная подборка будет для вас полезной, с вас лайк и подписка. Начинает нашу подборку бытовой осушитель воздуха. Он используется как способ устранения повышенной влажности в квартирах, домах, офисах, а также других небольших помещениях. Бороться дома с повышенной влажностью стоит хотя бы из-за того, что она зачастую является причиной появления вредных грибков и плесени, конденсата, вредных бактерий и затхлого запаха, что негативно сказывается на здоровье людей. Данный осушитель имеет производительность 250 мл в день, очень тихо работает, оснащен встроенной подсветкой. Электрическая щетка для чистки, работающая от аккумулятора. Поможет очистить кафельную плитку, кухонную раковину, ванную и другие поверхности. В комплекте к электрощетке прилагаются дополнительные насадки, а также крючок крепления, служащий для хранения устройства. С помощью такой щетки вы без труда удалите с поверхностей въевшиеся разводы, стойкие пятна, придадите ей блеск и идеальную чистоту. Встраиваемый точечный светильник с поддержкой технологии Bluetooth. Мощность светильника составляет 15 Вт, а для установки потребуется отверстие с диаметром 75 мм. Лампа поддерживает возможность регулировки цветовой температуры, что позволяет выбирать между теплыми и холодными тонами освещения. Максимальная яркость светового потока составляет 800 люмен. С помощью мобильного приложения вы можете управлять устройством на расстоянии, без задержек и помех. Также имеется поддержка функции голосового управления при помощи умной колонки. Мужские резиновые кроссовки. Выполнены из водонепроницаемого экологичного материала, имитирующего изделия из кожи. Изнутри в ботинок встроена эластичная вставка и специальная петелька для удобства обувания. Кроссовки подходят для носки весной или осенью при температуре до минус 1 градуса. Во избежание обильного потоотделения и переохлаждения, внутренняя часть обуви отделана флисом, а также уложена специальная изолоновая стелька. Подошва ботинок бензостойкая, устойчива к кислотам и маслам. Друзья! Подписывайтесь также на мой телеграм-канал, где я ежедневно публикую самые интересные и полезные находки с AliExpress, которые не входят в мои выпуски на YouTube. Там я подбираю товары, на которые действуют хорошие скидки, указываю их стоимость, количество заказов, рейтинг и отзывы реальных покупателей. Ссылочка на мой телеграм будет в описании и в подсказках в верхнем правом углу экрана. Если при движении из багажника вашего автомобиля доносятся громкие звуки, то это, скорее всего, подпрыгивают ваши вещи на наших идеально ровных дорогах. Чтобы навести порядок в машине, вам поможет удобный и вместительный органайзер с крышкой и несколькими отсеками. Его можно использовать для перевозки вещей в машине или для пикников. Органайзер легко складывается и не занимает много места в сложенном состоянии. По бокам есть две ручки для переноски. Корпус изделия выполнен из эко-кожи. На выбор доступно 18 вариантов размеров и расцветок. Точилка для ножей станет незаменимым помощником на вашей кухне. Чтобы пользоваться точилкой, нужно отдельно приобрести двухсторонний точильный камень. Данная точилка хороша тем, что позволяет формировать правильный угол режущей кромки ножа. Приспособление позволяет устанавливать угол заточки от 7 до 24 градусов.
Процесс заточки заключается в произведении возвратно-поступательных движений ножом по бруску, не забывая при этом постоянно смещать его по всей длине лезвия. Электронные часы с идеальной зеркальной поверхностью дисплея. Часы умеют отсчитывать время, показывать дату и день недели, температуру, влажность воздуха, есть будильник и 40 музыкальных мелодий сигнала на выбор. Само изделие достаточно компактное, а вот цифры большие, хорошо читаются на значительном расстоянии. Светодиодная подсветка позволит вам даже в темное время суток правильно сориентироваться во времени. Питаются часы от встроенного аккумулятора. Сенсорный кухонный смеситель. Этот кран универсален и очень удобен в использовании. Особенностью и значительным преимуществом модели является выдвижной шланг, который совсем не виден визуально, но которым можно воспользоваться при необходимости, нажав на боковую кнопку на изливе. Излив, в свою очередь, оборудован качественным аэратором, что позволяет значительно экономить воду. Чтобы начать или остановить поток воды, просто прикоснитесь к любому месту излива смесителя рукой или запястьем. Удобная автомобильная салфетница, которая крепится на спинку сиденья или карман двери. Полезная вещь для пассажиров, которые находятся на заднем сидении, особенно актуальна будет для деток. Она поможет справиться с различными мелкими неприятностями, вроде пролитого сока или испачканной одежды. Ее также можно использовать как мусорное ведерко, либо как органайзер для различных мелочей. Автомобильный карман-органайзер, который устанавливается в зазор между сиденьем и консолью. С его помощью в автомобиле появляется дополнительное место под всевозможные вещи. Любая мелочь, телефон, ключи, очки или бумаги всегда будут под рукой, в одном месте. Органайзер имеет отделение под бутылку с водой и держатель для телефона. А еще в нем есть два USB-порта и два выдвижных кабеля для зарядки гаджетов. Сам же аксессуар подключается к автомобильному прикуривателю. Бюджетный аккумуляторный мини-шуруповерт. Этот малыш отлично подойдет для дома, выполняя небольшие работы, например, сборки мебели, закручивание шурупов, сверление дерева, пластика, металла и так далее. Главное преимущество этого инструмента – исключительная мобильность, широкие функциональные возможности и универсальность применения. В отличие от сетевого инструмента, работать этим шуруповертом можно там, где нет возможности протянуть кабель. Данный шурик имеет максимальный крутящий момент 10 ньютон-метров, скорость холостого хода 250 оборотов в минуту. Работает от аккумулятора на 8 вольт, емкостью 1,3 ампер-часов. Многофункциональный прибор, включающий в себя пусковое зарядное устройство, фонарь, компрессор и пауэрбанк. Все это собрано в один небольшой корпус, который не займет много места у вас в гараже, на даче, в машине или доме. Компрессор оснащен тремя режимами накачки – для мечей, велосипеда и авто. Также можно внести нужное давление вручную. Пусковое устройство используется для бензиновых двигателей объемом до 8 литров или дизельных – до 4 литров. Для подключения к аккумулятору в комплекте идут зажимы-крокодилы. Также имеется мощный фонарик с четырьмя режимами освещения. Вся информация по состоянию и работе устройства выводится на ЖК-дисплей. Портативный педальный тренажер. Такой мини-байк создан для людей, которые желают поддерживать себя в форме. Просто крутите педали каждый день, самостоятельно регулируя уровень сопротивления. Велотренажер можно использовать для разработки коленного и голеностопного сустава в период реабилитации после тяжелых травм,
для восстановления двигательной активности после инсульта, а также для нормализации кровообращения. Велотренажер имеет специальный встроенный датчик, который позволяет отслеживать сожженные калории, расстояние, скорость и время. Профессиональный мебельный кондуктор с усиленной конструкцией для сверления под косой шуруп. Такая технология хорошо зарекомендовала себя среди столяров и на сегодняшний день считается одной из самых надежных технологий для соединения двух заготовок под прямым углом. Данный инструмент имеет удобную конструкцию и встроенную в корпус струбцину, позволяющую надежно фиксировать кондуктор на заготовке. Набор состоит из самого кондуктора с зажимом, сверла, стопорного кольца, ключа, отвертки и заглушек. Мощный молоток-гвоздодер изогнутой формы. Применяется для столярных и слесарных работ, также отлично подходит для бытового использования. Боёк изготовлен из инструментальной стали, подвергнут селективной закалке. На головке молотка имеется магнитный фиксатор для гвоздей, позволяющий выполнять работы одной рукой. Фибергласовая рукоятка с резиновой накладкой удобна в работе и амортизирует отдачу. Друзья, на этом у меня все. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные подборки. До встречи в следующих видео.